Итак, здравствуйте, мои дорогие. В этом году мы встречаемся впервые сегодня, 2 января уже 24 года. Вот 24 год. Я всех вас поздравляю с этим праздником, с началом года и желаю вам, мои дорогие подписчики, которых стало уже больше намного в этом году. Ой, а сегодня так прохладно я оделась. Желаю вам в новом году всего самого замечательного, самого великолепного, что только может быть. И всем большое-большое спасибо вам за то, что вы подписываетесь на мой канал. Сегодня у меня в эфире елочки со мной, мои картины, ну и старый наш друг. Кто? Ну, конечно, я, меня забыли. Нет, никто тебя не забыл, гномик, никто тебя не забыл. Смотри, какой год у нас, глянь. Ой, какой год хороший. Мои друзья, наши друзья с Ларисой, я всех поздравляю. Всех с Новым годом, с наступившим. Пусть в этом году у всех исполнится желание. И те, кто рисует, рисуют еще больше. А те, кто не рисует, чтобы начали рисовать. Вот так. Ну, гномик, какой ты молодец. Ты просто умничка. Ну вот, вот, мои друзья. И сегодня... Ну что, мы, наверное, как всегда, традиционно посмотрим наши новые работы. Да, гномик? Угу. Так. Ну что? Да, я еще хотела сказать, что сегодня холодно. Я вот так вот нарядилась. Как-то так, чтобы привлечь побольше внимания вашего. Спасибо всем, кто записывается на мой канал, кто ставит классы, кто оставляет комментарии. Ну и продолжаем. В этом году наш канал стал расти, как никогда. Вот, и это говорит о том, что наш канал людям стал интересен, как бы так. Поэтому я расскажу, что у нас нового. Для этого мы посмотрим акварели, которые я рисовала. Для настроения подбросим акварельки. Поскольку вы находитесь на канале художницы, поэтому подбросим акварельки. Ой, как интересно. Да, гномик опять начинает. Ой, как интересно. Боже, зима такая. А кто любит зиму? Если любите, напишите в комментариях. И не забудьте поставить класс и подписаться на канал Ларисы. Не забудьте. Так, спасибо, гномик. Гномик мой помощник. Он помогает мне в общении с моими подписчиками. А вот, смотрите. Вот еще такая для настроения. Кто занимается и рисует акварелью, тот рисуйте вот такие пейзажи. Сейчас можно рисовать. Сейчас зима, и столько красивого можно найти. Ой, ой. И долго ты рисовала, Лариса? Нет, это акварель, это очень быстро рисуется, совершенно быстро. А какая бумага? Белая. Но она белая, но она и плотная. Да? А какая это бумага? Это бумага специально акварельная. Она продается кругом. Она такая плотная. 200 мг плотность. Самая хорошая для меня, любимая. Есть бумага торшон. Там 300 мг плотности. Еще больше. Но я люблю вот такую. Поскольку торшон это для... Ну, как для профессионалов. Но я не хочу разделять на, как говорится, профессионалов и самоучек. Это самоучка для меня это обидное слово. Люди, которые рисуют, уже художники. Ой, Ларис, как правильно ты рассуждаешь? Как правильно ты рассуждаешь? А ведь правда это так? Да, это так. Это так. Так, теперь следующее. Вот эта акварелька. Угу. Вот такая вот акварелька, тоже зимняя.
зимняя. У меня, вот видите, импровизированная елочка. В этом году так получилось, что мишуры нет. Вот такая военная елочка получилась. Я ее украсила кусочками мандарина. О-о-о! А я думаю, как пахнет мандаринками. Да, номер. Ну, как говорится, надо не ждать чудес от природы, а чудить самим, так сказать. Да, я люблю такое выражение. Вот. Вот еще. Ой-о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 й. Как интересно. Да, красивая зима. Возможно, она кого-то вдохновит, и кто-то нарисует красивую зиму акварелью. Сейчас хватит прямо краски засохшие, которые где-то у него лежат. Засохли краски, засохли кисти. И нарисует так, вот такой акварельный пейзаж. Это вам для вдохновения. Для вдохновения мы вам с Номиком. Если вас вдохновило, поставьте класс на Ларисин канал и подпишитесь, Канал еще больше будет расти. Ой, Лариса довольна, рада, Лариса такая. Потому что для художника, я скажу вам по секрету, очень важно, когда видят ее картины, когда получается такое, как содружество художников. Вот как у нас много гномиков в лесу. А я люблю это, когда дружат гномики. Наверное, художники тоже дружат. Это хорошо. Конечно. Конечно, это хорошо, Номик. Когда все художники дружат. Значит, еще покажу вам одну вещь. В этом году мы с Сережей, братом Тео, открыли линию шкатулок. Вот таких. Сережа начал делать шкатулки. Я постараюсь показать, чтобы и вам, и гномику. Ой-ой-ой! Да, гномик, это такая шкатулка. Я покажу поближе даже ее. И постараюсь вам открыть ее. Вот такая вот. А впереди мой рисунок. Мой рисунок впереди из моих картонок. Наконец-то мои картонки нашли применение. Ой-ой-ой, ну надо же. И это Сергей сделал такое чудо. Да, гномик, это Сережа сделал такое чудо. Ух ты, ух ты, ух ты. Ой, я хочу такую шкатулку. Только вы нарисуйте. Лариса, нарисуй на картоне гнома. Гнома, чтобы было два гномика. Я и еще один гномик. Мы возьмем так, чтобы мы за руки взялись. Нарисуй, пожалуйста, на картонке. Ну, конечно, я нарисую. А если нашим друзьям понравилась такая шкатулка, вот я отвожу еще дальше, вот так, смотрите, какая. Поставьте классы и обязательно подпишитесь на мой канал, на наш канал. Пишите Сереже свои восхищения, свои отзывы. Я с ним поделюсь. Вот так. Вот такая зима. Была просто картонка обыкновенная. А стали такие красивые шкатулки. Сегодня я показываю шкатулку с зимним рисунком. А у нас еще есть шкатулки с морскими рисунками, с осенними рисунками. Вот так. Ну, ой, елочку надо поправить. Вот это наша елочка такая. Ну, друзья, нету мишуры. Нету игрушек, военное время. Так получилось, что где-то подевались все игрушки. И у меня сейчас вот такая скромненькая елочка. Как это время? Вот такое вот строгое. Такая, ну, как бы, может быть, полупраздничная елочка. И вот такая вот кибанка. Ну, гномик нам доставляет настроение. Ой, как интересно. А я люблю экибан. Ой, там мы гномик когда-то отдыхали в этом самом на море. И мне Сережа подарил вот такую вот штучку. Ой, как она подходит под Новый год. Ой,
Ой-ой-ой-ой-ой. А. Я Гномик, я Ларисин помощник. Пожалуйста, подписывайтесь, не забывайте. И наш канал будет расти, 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 расти. Гномик, молочага, ты мой дружище. Ты помогаешь мне, молодец. Поэтому я вот еще покажу вот эта картина. Что мы еще покажем? Еще покажем картину, которая с такой зимней тематикой сейчас. Вот такая вот. Эта картина вот давнишняя, она в стиле импрессионизма. Когда-то я смотрела сквозь запотевшее окно и нарисовала по впечатлению вот такую вот тему. Ух ты, а мне понравилось, мне понравилось. Ну, Гномик, тебе все нравится. Тебе нравится все. Ты мой вдохновитель. Постараемся, чтобы и моим друзьям тоже нравилось. А вот это вот картинка такая вот. Ух ты! Это зима такая. Вот идут двое. И тоже как бы в стиле импрессионизма. Вот такая вот она теплая. Хотя и зимняя. Вот такая вот. Казалось бы, ну ничего тут такого нету. Ой, ничего, ничего. Как это ничего? А я вижу, что тут такие красивые мазки. Это что называется? Как это называется? Гномик, это называется свободное рисование. Не глядя ни на кого, ты не думаешь, просто рисуешь то, что видишь. Это почти что как произвольный такой рисунок. Вот следующий. Ой-ой-ой, а мне это тоже понравился. Ой, а вам? Оставляйте комментарии, подписывайтесь на Ларисин канал. Я присоединяюсь к пожеланиям Гномика и тоже говорю, подписывайтесь на мой канал. На наш с Гномиком канал. Вот, спасибо, благодарю всех, кто в этом году поддержал нас, подписался на канал художницы и Гномика вот такого вот моего. Если вам что-то понравилось, то, пожалуйста, присылайте комментарии, приходите на мой канал, подписывайтесь. Будет много всего нового и в шкатулочном направлении, и в направлении акварельном, и вот в таких вот картонках, которые... Химических картонок, вот эти. Вот. Это все картонки. Мои картонки я рисую. И цветы, и все. И Сережа из них придумал делать шкатулки. Их очень много. У Серёги, у Серёжи моего брата цел работы непочатый край. А вот такие вот старые открытки, я люблю с них перерисовывать темы всякие. Это просто мое богатство. Видите, они у меня такие собраны. Это мне досталось наследство от старого художника. И я люблю. Могу даже показать. Сейчас я положу картинку. Могу даже показать. Сейчас. Вот такие вот картины. Открытки старые. Мне очень-очень нравятся, когда я их смотрю, перебираю, наблюдаю, вникаю. Вдохновляюсь. Вот из этой вот картинки, из этой вот, вот такой вот, я нарисовала этот самый картонку. И Серёжа сделал шкатулку. А сейчас я вам покажу ее. Вы подождете, да? А я сейчас быстренько сбегаю, покажу вам шкатулку возьму. Гномик говорит, и тоже присоединяюсь к вам. Сейчас Лариса шкатулочку принесет, а мы подождем. Ну вы подождите, подождите, не уходите. Сейчас вам будет очень интересно увидеть шкатулку. Так, самые любопытные не уходят. Самые любопытные смотрят. Смотрите. Вот. Вот шкатулка.
А вот я рисовала вот с этой открытки Айвазовского. И шкатулочка получилась вот такая. Это Сережа шкатулочку сделал такую. Смотрите. Пам-пара-па. Вот такие вот у нас получаются работы. Ой, как красиво! Ой, как красиво! Подпишитесь на наш канал, и мы будем с вами дружить. Не забудьте поставить лайк. Класс! Подпишитесь! Я гномик вас упрашиваю, упрашиваю. Будет вам счастье, мы будем вместе творить, рисовать. Да. Вот такая шкатулка. Смотрите, вот была на картонке вот такая вот. Смотрите, да? Ну, вот. Спасибо всем, кто был с нами в нашем новогоднем выпуске. Оставайтесь с нами. Всех с наступающим Новым годом. Всем большое-большое спасибо за поддержку нашего скромного маленького канала о творчестве, о рисовании. В Новом году всем счастья, мира, радости, добра и новых-новых прекрасных рисунков. Пока! Пока-пока!